рады приветствовать вас в концерте «Сия вера отеческая». Произведения, которые сегодня прозвучат, придают интонации тоски по родине, наполненные русским мелосом разных эпох. Не одинаковые по стилю, но однозначно схожие в одном, все они написаны отечественными композиторами, когда-то давно слышавшими и также продолжающие слышать сегодня на нотной бумаге звучание русского церковного хора. История церковного пения – это история самой Русской Православной Церкви, как на ладони столетия, эпохи, жанры и традиции. Вера живет в духовной музыке и наполняет ею сердце. Давайте поприветствуем. Сегодня для вас поет Никола Покровский «Квартет». Художественный руководитель и регент Юлия Илюхова. Уже по традиции концерт открыла херувимская песня под номером 13 современного композитора Владимира Файнера. А сейчас прозвучит сочинение еще одного нашего современника Максима Катагара. «Душе моя. Кондак великого канона». Приложение для квартета Юлии Илюховой и Михаила Мельникова. Солист Андрей Абов. Концерт сочинений новых авторов и регентов, несущих свое служение в нынешнее время. Сейчас прозвучит произведение, написанное специально для нашего квартета. «Свете тихий», музыка Юлии Ильиной. Святая Мария,
Процесс освоения русскими певцами византийской певческой премудрости можно проследить по первоначальным певческим книгам, написанным частью на греческом, частью на славянском языке. При святом князе Владимире и позже богослужение нередко совершалось на обоих языках попеременно, так что один певец пел на греческом языке, другой на славянском. Сейчас для вас прозвучит песнопение Кирие Элейси, музыка патриарха грузинского Илии II, приложение для квартета Юлии Ильиной. В исполнении нашего хора прозвучит 15-й антифон «Днесь висит на древе». Thank you.
торжество богослужения в простых церковных мелодиях, торжество богослужения в благозвучности хора, торжество русского богослужения в симфонии алтаря и хора, а также в диаконском искусстве служения и в неразрывной музыкальной связи. Для вас поет Никола Покровский квартет «Торжество православия». Музыка Алексея Косолапова. Обработка для квартета Юлия Ильюкова. Солист диакон Даниил Иванов. В исполнении квартета прозвучит хор «Пантелей-целитель». Стихи Алексея Толстого, музыка Сергея Рахманинова. Пантелей, государь, ходит по полю, и цветов, и травы ему по пояс, и все травы при ней расступаются, и цветы все ему поклоняются. Знает и силы сокрытые, все благие и все ядовитые, и всем добрым отравам не время.
отвечает поклоном приветным, а которые растут виноватые, тем он палкой грозит суковатою, по листочку злаки собирает он, и мешок ими свой наполняет он, и на хворую братью бедную из неселья варю вселенную. Но, сударь, подземей, участие добрые друзья Николы Покровского квартета. Поприветствуем их аплодисментами. Это страна слова, страна песни, страна просторов, страна Христа. Вот для меня, что такое Россия. Еще один композитор, любивший отечественно, самозабвенно, Георгий Васильевич Свиридов. Сейчас прозвучит его любовь святая. Из драмы «Царь Федор Иоаннович», дирижер Анастасия Рощина, солистка Юлия Игрухова. Thank you.
такого православного русского хора, который бы не исполнял произведения Павла Григорьевича Чеснокова, звучным, с ясной декламацией текста и изобразительностью музыки, широкой обработкой церковных мелодий, с преобладанием музыки народного характера. Эталоном звучания для Павла Георгиевича всегда оставался воспитавший его синодальный хор. Цикл хоровых концертов «Во дни брани» был написан Чесноковым в 1915 году. С одной стороны, это отклик на происходящие в те времена в России военные события, а с другой – отображение тяжелого внутреннего состояния человека, обуреваемого недугами, болезнями и напастями, и взывающего о скором заступлении и помощи. В исполнении хора прозвучит третья часть цикла «Тебе необоримую стену». До сердца через непревзойденный композиторский талант мастера, верного даже в тяжелые для отечества времена гонений на церковь, церковному искусству. В исполнении хора «Да исправится молитва моя» дирижер Юлия Индюхова, солист диакон Даниил Иванов. Yeah.
Мощное бдение Сергея Васильевича Рахманинова – вершина русской хоровой музыки. Воплощенная память о священной истории – одно из главных сочинений композитора. Основою его глубина – мелодическая красота в знаменном распеве, так искусственно преподнесенном композитором в заключенных гармонии и полифонии. И сегодня наш концерт завершает «Избранные воеводе» – последняя часть величайшего цикла. Oh,
сегодня для вас пел Никола Покровский хор, солисты Андрей Орлов и диакон Даниил Иванов. Хормейстер концерта Анастасия Рощина. Художественный руководитель и дирижер Юлия Илюхова. Конферансье Николай. Среди профессионалов я от наших, выражу наше общее мнение. Если поблагодарю всех, принявших участие, особенно Юлию, нашего многолетнего регента, который все знает, сегодня для нас была уникальная возможность приобщиться не только к лучшим образцам музыкальной культуры России, но и, дорогие мои братья и сестры, вдумайтесь только, мы сегодня слышали авторские произведения людей, которые стоят здесь перед нами. Вполне возможно, что когда-нибудь эти же произведения будут исполнять потомки, внуки, правнуки. А мы сегодня являемся свидетелями той живой классики, тех композиторов, тех переложений музыкальных, которые и Юля, и другие братья и сестры сделали для нас. И поэтому это заслуживает отдельных аплодисментов и благодарности. Поговорим, конечно,